Не то свинина, не то индюшка. Динозавр, ё-моё. Мне кажется, да, уже, что я выкинул $180 на ветер. А что я кушаю? Всем привет из солнечной Калифорнии. Сегодня я решил сделать одно блюдо, не буду показывать пока какое. Для начала мне надо будет сделать плов, чтобы зафаршировать нашу тушку. Я просто делаю все на глаз, так как туша мяса необычная. У меня здесь одна большая морковь, 1,5 стакана риса, зира, черный перец, соль и нарезанный вот лук. Для начала я возьму, пожарю наш лук. Так, просто как для плова жарим. Это не будет плов, который делают там в Узбекистане, в Казахстане. Я сделаю типа плова просто, чтобы зафаршировать мясо. Поэтому ингредиенты плохие, не судите строго. Обжариваем лук до золотистого цвета. И потом закидываем морковь. Пожарим морковь, закидываем рис, приправы. Оставляем, чтобы вода вся у нас выкипела. Выключаем. И потом этот рис будет томиться в туше мяса. Посмотрите, не переключайтесь. Лук готовый. Отправляю туда морковь. И все хорошенько перемешиваем. Чуть потомится и будем добавлять наши специи. Добавляем соль. Черный перец. Все по вкусу делайте, как вам хочется. Зиры. Все перемешиваем. Кидаем рис. Сейчас пару минут рис пожарим и заливаем воду. Теперь, как я и обещал, сюрприз. Крокодильчик. Друзья, это у нас настоящий аллигатор. Вау. Маринуем теперь нашего красавчика. Подсолнечное масло. Паприки я буду ставить очень много. Черный перец. Соль. Сюда же добавляю я сухую аджику. Теперь мне надо нашего крокодила мариновать. Я уверен, кому-то из вас эта идея не понравится, потому что у нас не принято, да? Мы никогда это не ели. Но в Америке, особенно где Флорида, Луизиана, вот эти штаты, там этих крокодилов едят. Даже у нас в Лос-Анджелесе один мексиканец придумал контейнер маленький, и он там готовит аллигаторов прямо на улице. Люди просто восхищаются этим мясом. Как он его там делает, они уже здесь все нам почистили. Красота. Я думаю, да, я попробую. Ну, правда, это все мне вышло очень дорого. $200, я думаю, вместе со всем. С доставкой, с аллигатором, все. Я давно, кстати, хотел попробовать сделать аллигатора. Я буду делать его сегодня на мангале. Когти у него серьезные. Так что, друзья, побачим, что у нас получится. У меня здесь полуготовый плов, да, как я делал. Теперь мне надо это все нафаршировать. Что-то, мне кажется, будет, друзья, вкусно. Я не знаю. Посмотрим. Переберу проволоку. Начинаю так все хорошенько зашивать. Да, друзья, я никогда не думал, что я этим буду заниматься. Такого ролика точно на YouTube нет, я вам серьезно говорю. С пловом аллигатор. Это фантастика. Так. Получается, друзья, неплохо. Говорят, что мясо на вкус не то свинина, не то индюшка, короче, не поймешь. Будем делать его сочным, поэтому оно будет у меня на гриле примерно 2,5-3 часа. Теперь я возьму и перемещу это все вот сюда, в фольговую тарелку. Вот так. Perfect. Идеально.
и он мне подгорать снизу не будет, и все вот это добро у меня останется. Все, у меня готово, замариновано, теперь я пойду разожгу мангал и отправляем готовиться. Встретимся. Сейчас я накрою фольгой и примерно будем жарить, готовить нашего аллигатора 1 час. Так, и все. Отправляю. Нашего аллигатора жарится на 1 час, завернутый в фольге, потом посмотрите дальше, что будем делать. Не переключайтесь. Так, друзья, у меня прошел уже ровно час. Пора фольгу снять. Видно, уже мясо отходит от костей, вот. Такое интересное что-то. Первый раз я пробую аллигатора, но мне кажется, довольно-таки неплохо. Теперь будем еще запекать примерно час, может быть, полтора. Посмотрим, что у нас получится, когда он до конца у нас приготовится. Поэтому не переключайтесь, смотрите до конца. Я думал его сделать на вертеле, но потому что я его нафаршировал, его не получилось бы никак сделать на версии. Теперь я возьму вот такой вот спрей, бутылку, немного масла подсолнечного, сухой чеснок и воду. Вот. И вот этим мы будем впрыскивать, чтобы она у нас не высохла. Мне показалось, что соли немного не хватает, поэтому я взял вот такую вот мисочку. Туда налил немного масла подсолнечного, соли, паприки со всех сторон. Так, смажем. Так. Мы продолжаем жарить до победного конца. Народ! Аллигатор готов. Мне его даже интересно его попробовать. Это его лапа. Динозавр, ё-моё. Я не знаю, что у меня получилось на вкус. Вот, смотрите, кусок мяса я вот пробую. Кстати, пахнет курицей. Реально пахнет курицей. Вкус индюка. Круто, свинина отдает чуть-чуть. Я бы сказал, ничего вообще особого. В этом мясе ничего особого. Оно этих денег абсолютно не стоит. Это первый и последний раз я это купил. Разочарован. И у меня просто нечего больше добавить. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо, что подписываетесь. Если вы просто гости моего канала, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. Сделайте это обязательно, вы мне этим поможете. Мир вашему дому, всего вам самого хорошего, самое главное здоровья вам и вашим близким. И увидимся в следующих роликах. Пока. Вика, вкусно или нет? Вкусно. А? Вкусно. А что я кушаю? Ой, яйка. А ну отсюда бери прям. Нет. Чего? Смотри на лицо.